Авария в Куйбышевском районе унесла жизнь мужчины. ДТП произошло на улице Вологодской возле пожарной части примерно в 9 утра. ВАЗовская десятка столкнулась с Шевинивой, усугубил ситуацию гололед на дороге. Водитель десятки от полученных травм скончался на месте. Пассажиры и водитель ВАЗовского внедорожника не пострадали. Причины аварии будут выяснять сотрудники ДПС. По предварительным данным, водитель УАЗ-21-103 не справился с управлением в связи с погодными условиями, скоростной режим выбран неверный им был. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Шевроле Нива».